Я поздравляю всех с этим фестивалем, который носит название нашего мультфильма. И от имени создателей мультфильма «Пластилин ворона» хочу сказать, что мы очень рады, все Эдуард Успенский, режиссерская группа, что название нашего мультфильма стало названием чудесного, удивительного фестиваля детского творчества «Пластилиновая ворона». Зрелище потрясающее. Я и как член жюри был, и как зритель. Конечно, смотрится это очень великолепно. И жаль, что страна это не видит. Надо бы, наверное, в России сделать отдельный канал, который показывал бы такие удивительные детские фестивали. Потому что страна ничего не знает. Телевидение какое-то полно новостей страшных, а позитивных очень мало. И просто вот такие фестивали поднимали бы настроение, поднимали бы демографическую программу. Людям хотелось бы иметь детей, потому что они видят, что дети реализуются, что есть фестивали, что они могут себя реализовать в творчестве, петь, танцевать, что детство это счастливое, таким как было, кстати, вот мое детство. У нас много было замечательного. Если коммунизм и был построен, то в плане детства 100%. Тогда люди отдавали все детям. То ли потому, что своя жизнь была не очень сладкая у взрослых. Но как, сколько было у нас лагерей пионерских, дворцов культуры, кружков. Но я хочу сказать, когда смотришь на эти фестивали, понимаешь, что традиция продолжается. Действительно красиво, здорово, красочно. И сейчас я хочу спеть «Пластилиновую ворону» в исполнении автора. Помните, такое было раньше? У рояля автор. Вот он садится, пузатый композитор, и там ба-ба-ба-ба, и что-нибудь поет свое. Ну, сейчас времена меняются, формат меняется. С гитарой автор. Пожалуйста, а вы мне помогайте. Мои строчки нечетные, ваши четные. Одну простую сказку. А может, и непростую, а может, непростую хотим вам рассказать. Ее мы помним с чего? С детства. А может, и со старости прямо сразу помним. А может, и вообще ее не помним, но будем вспоминать. Ладошки! Помнится вороне, кар-кар-кар-кар-кар, а может быть собаке, кар-кар-кар-кар-кар, а может быть корове, однажды повезло, здорово, прислал кто-то сыра, кран думается. 200, а может быть и 300, а может полкило, на еле она взлетела, а может не взлетела, а может быть на пальму с разбегом забралась, эй, и там она позавтракать, а может пообедать, а может и поужинать, спокойно собралась, а дальше... Лиса. Ох уж эти сказки, ох уж эти сказки, тут лиса бежала, а может не бежала, а может это страус злой, а может и не злой. А может это дворник был, он шел по сельской местности, ближайшему орешнику, за новою метлой. Такие
группы «Крутян». И глупая ворона, а может быть собака, а может бегемот, как что-то запоет. И от такого пения, а может и не пения, упал немедленно в обморок от смеха весь народ. Эй! А святой вороны, а может быть собаки, может быть, коровы, конечно же, упал. И прямо на лисицу. Чего кидаетесь? А может быть, на страуса. Ой, больно мне. А может быть, на гопника. Ой, ой. Медленно попал. Да здравствует наши мультфильмы! Этой сказки, а может и не сказки, поймет не только взрослый, но даже карапуз. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там где идет строительство или подвешен груз. Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там где идет строительство или подвешен груз. Все! Спасибо большое. Благодаря фестивалю «Пластины ворон» у меня возникла дружба с Саранским театром «Кукол». И мы собираемся развивать финно-угорскую тему. Я часто бываю в Таллине, у меня сестры двоюродные там, с Финляндии дружу. Есть два замечательных сказочника, Энна Раут в Эстонии и Хану Мякеле в Финляндии, которые пишут детские сказки, они переведены на русский язык. Так что я буду приезжать почаще, Жерара Депардье, наверное, в Саранск. И мы будем делать эти спектакли. А после церемонии меня просили, я выйду там, поставлю автографы, привез диски некоторые, деньги пойдут в фонд бездомных собак. А я знаю, что ищет репертуар, так что там много новых песен, встретимся в фойе. А сейчас церемония, самое главное, награждение. Вы узнаете лауреатов, призы и, самое главное, победителя гран-при.